Five, four, three, two, one. Go! I guess there's even less AMD cards over there. Don't you guys get, like, Chinese brand cards there that they don't really sell in North America? Yeah, they're still decent, but not as good anymore, for sure. There's a coin now you can do CPU mining, it's called Raptorium, and it's really good on Ryzen CPUs if you have that there. Надо мандаринки взять. Я что, реально планк взял? Не может быть. Который с ебанутым распрыгал еще. Если помнишь. Ну точнее, он не ебанутый, а такой. Уникальный. Я творил не он, потому что ты большой.
Он в Канаде. Егор, а вы с кем еще не сыграли? Что-то?
Ты бы точно им занялся, если бы попал в прошлое. Нет, сейчас мы... Вы завтра, может? Мы ждали вас два дня, не будет. Ну, сыграйте вы тогда. А вы с центра не играли раз? Попутал немного. Ладно. Ну, в принципе, нормально. Как раз последняя игра останется самая такая. Ну, собственно, Айферы выиграли кап. Чего бы уже не случилось.
Игра идет не за место, а за поле. За поле. За престиж играют. За очки играют. Red team wins. Че, опять кап, что ли?